вы еврейка. То есть у вас все возможности получить такой же паспорт, как у Собчак, вот так. Для меня это невозможно. У меня 3 дня где-то не в Москве, это уже для меня начинается испытание. Я должна себя чем-то занять, я должна отвлекаться. Я люблю вести образ жизни, который я здесь веду, который меня полностью устраивает. Я настолько много здесь имею, а за границей вообще речи не идет. Смысла там жить никакого нету. Я там никому не нужна, в том числе в Израиле. Нет, не... Мне многие спрашивают, чего ты. Ну, сделай, пусть будет. Я не хочу. Не хочу. А почему? А зачем? Что мне даст этот паспорт? Что? Зачем он мне? Я там жить не собираюсь. Я не люблю там жить. Я там часто бывала, теперь не знаю. На гастролях в основном. Мне это не привлекает вообще. Никакая страна. Посмотреть, да, но недолго. И домой.